Интересный был ПАП 5.56. Вот теперь вблизи. Вот здесь, соответственно, магазин снимается. Вот сюда магазин вставляется. Пимаг работает. Нацеленное приспособление сверху. Регулируемое. Предохранитель двухсторонний. Спуск, кстати, неплохой. Для сравнения. Вот это затворная рукоятка. Причем работает в обе стороны. 5.56 полноценной длины. Здесь он стоит по 2000, в среднем 1600-1700 он стоит в магазине. Если бы у меня было больше денег, то приобрел бы. Кстати, здесь вроде бы регулируемая щека, чтобы прицел. Вот здесь, соответственно, вот этот целик и мушка там впереди где-то есть. Вот там вот. Вот эта мушка.